Представьтесь, пожалуйста. Эй. У Алиски сегодня среднее настроение, конечно. Ну, ложись. После сна. Ну, зубки такие у тебя не маленькие. А прикидываешься такой милый. Лапы чешутся. Линька. Алиска у тебя линька. Да. И обнюхиваешь диван свой. Какие новости лисьей жизни? Я знаю, что ночью копала свое логово. И утром еще даже оттуда выкапывала. Потом спала. Да? Ела мало. А теперь вот пришла. Да. От меня пахнет обедом. Я тоже так умею. Ну, теперь еще 2 часа спать на диване. О-о-о. Рыжая, ты всю ночь работаешь, весь день спишь, а в промежутках еще приходишь у меня поспать. Причем я пришел в кабинет, она увидела из своей лежанки, что я пришел в кабинет, быстренько слезла из лежанки и бегом в кабинет и в дверь стучаться лапами. Стучится очень забавно. Она на задние лапы встает и по стеклу такая пузом и всем остальным. И тянется верхними своими лапами к ручке такая. Прислоняется к стеклу вплотную, чтобы пустили. И потом приходит и вот так вот дрыхнет. Да. Ну все. Если вечером будет хорошее настроение и желание побегать, то я обязательно это сниму, покажу. Все. Ты смотришь что-нибудь вкусненького? Ой-ой-ой-ой. Вечер, и у нас опять снег. Вот, блин, бывает же такое. Я уже думал, что такого не будет. А сегодня Макс удивил. У него первая добыча. Он поймал первый раз в этом году лягушку. Вечером сейчас занырнув в пруд, можно сказать, на моих глазах практически наполовину. Был отправлен домой, так как полностью весь мокрый. Еще снег пошел. Алиса зовет меня опять за мясом. Но... мясо кончилось. Алис, ты все утром съела сегодня. Все сырое мясо ты съела утром. У Алисы сегодня и суп, и чего только не было. И все равно. Давай мне мясо сырое. Это главное. Да? Ой! Свет в глаза. Ну, погладимся? Ой-ой-ой-ой. Прямо снег-снег. Ну, пойдем.
Алиса, что ты тут кругами ходишь? Пойдем со мной, пойдем. Алискин, иди сюда. Алиса. Алиса. Нет, ну, еще и лапой, лапой гребет, чтобы ее туда пустили. Нету там мяса, нету. Иди сюда. Ой, вообще, ну это же села под дверью. Села, сидит. Не видно? Потому что снег идет. Села под дверью, сидит. Нету, нету. Ой-ой-ой, ничего не видно. Алиса, что там такое? Ой, и злится, злится. Ты уже в эту дверь для котов ты не пролезешь точно. Знаешь, у тебя габариты не те. Нету там еды, нету. Нет, не верит. Будет сидеть ждать. Ну давай вместе посидим, я тоже с тобой посижу. Только кусаться не надо. О, заунывную песню споем. Ой, ты. Ты какая злая, а? Вот так вот она мне показывает, что давай, открывай. Открывай дверь, там за дверью, я знаю, есть сырое мясо, оно очень вкусное. И мне оно очень нравится. Алиса, все время сырое мясо есть нельзя. Надо еще что-то есть. Я знаю, что тебе оно очень нравится, но что ж поделать-то. Надо сбалансированное питание. О, снег даже Алиске не нравится. О, молодец. Ах, ну и погодка. Пошли со мной. Пойдем, угощу тебя сыром. Пойдем сыром угощу. Пошли, пошли. Пойдем. Нет, нет, не туда, на кухню. Пойдем на кухню. На кухню. Где кухня? Пошли, 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 пошли. Пойдем со мной. Пойдем, Алиса, Алиса. 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 Нет. Пойдем. Эх. Не хочет Алиска идти на кухню. Ну ладно, оставлю ее здесь. Вчера только закапывал, опять тут все раскопано. Энергоэффективность Алисы на высоте. Сегодня даже и вчера не стала есть. Я вот, видите, ее миски отдал собакам. Они с удовольствием все с утра слупили. Вот, да. Если солнышка нету, то Алиска отдыхает тут у себя. Погладится? Нет, погладится нет. Занята. Отдых святое. Так, там Макс пришел. Ладно, ладно, я пошел. Все, у нас уже все растаяло. Да. Алиса очень возмущается, не дает мне убираться в ее клетке, в вольере. Весной какие-то состояния собственной территории. Конечно, Макс там ходит. Надо пошуметь. Эй! Ладно, ладно. Если у тебя будет сегодня настроение, приходи, поиграемся. Хандришь? Ладно, все. Давай, давай. Худеющая девушка злая. То есть сама не ест еду и даже уже прятать перестала. Только подъедает свои нычки, которые есть. И, соответственно, вредничает. Прикроем чуть дверь. Не дает убираться в вольере. Что такое?
Короче. Да, понятно. Все, я пошел. Я тебе даже дверь прикрыл. Лежи, отдыхай. Точно, на карантине. Лиса на карантине. Макс, дай-ка я угадаю, что ты делаешь. Да, у Макса тоже своя развлекуха. Что-нибудь нашел? Нет, ничего пока что не нашел.